Всем привет, мои дорогие друзья и подписчики моего YouTube канала. С вами Роман, и сегодня у нас будет обзор на вот такой вот продукт Смак. Булочки, французские булочки. Бриош с начинкой из лесных ягод. Давайте рассмотрим состав. Мука пшеничная, хлебопекарная высшего сорта. Далее идет сахар, пюре клубничное, черничное, клюквенное, вода питьевая, сироп глюкозно-фруктозный, масло растительное, подсолнечное, рапсовое, яйца куриные, пищевые дрожжи, хлебопекарные, прессованные, молоко цельное, сухое, агент влагоудерживающий, глицерин, соль, эмульгатор эфира глицерина и диацетилиновых жирных кислот, загуститель, пектины, регулятор кислот, лимонная кислота, цитрат натрия 3, замещенный, консерванты, аскорбиновая кислота, далее идет диацетат натрия, пропионат кальция, крахмал пшеничный, антиокиситель, аскорбиновая кислота, ароматизатор ванильная, сливочный, лесные ягоды, краситель кармины. Может содержать следы сои, предупреждение, но не содержит МО. Ладно. Изготовитель. Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Свердлова, 8. Так. Теперь давайте попробуем данные булочки. Точнее, бриош. Так, смотрите, каждая, в принципе, булочка у нас в индивидуальной упаковке. Секундочку. Открыли. И теперь сейчас будем пробовать. В принципе. Вот такая вот начинка. Что я вам скажу, в принципе, довольно-таки вкусно. Это действительно вкусная штука. В принципе, даже состав тут более-менее нормальный, просто в том плане, что здесь пальмового масла нету и прочей ерунды. И добавлены натуральные эти, как бы, ягоды добавлены натуральные сюда. Ну, начинка натуральная максимально. Хранится продукт, конечно же, с 19.03.21 до 9.04.21. Ну, хорошо. Что скажу, ребят, очень вкусные, в принципе, бриош, очень вкусные булочки. Ставлю им оценку высшую 5 с плюсом баллов, потому что вкус и так далее, состав очень приемлемый, очень вкусные они. А главное, что качественные, опять же. Ну что ж, ребят, если вам вот видосик понравился, обязательно ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Всем удачи, ребят, всем пока. В завершение обзора еще скажу, что, в принципе, это очень, довольно-таки редко можно встретить такой качественный продукт на полках в магазинах. Всем пока.